Из-за перекрытия улицы Фадеева и перекрестка у Глобуса изменились маршруты общественного транспорта. Напомним, у гипермаркета на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Псковской перекрыт поворот налево, а улица Фадеева будет закрыта для движения всех видов транспорта до 30 августа. В районе Глобуса маршруты номер 27, 177 и 222, а также автобусы номер 33 и 36 не будут заезжать на улицу Псковскую. Временная остановка организована у таможни перед светофором. По улице Фадеева проезжает автобус номер 24. Во время перекрытия из микрорайона Чайка он будет курсировать по улице Склескова. При движении в обратном направлении схема маршрута останется прежней.